Сегодня Великая Пятница. В богослужении этого дня церковь как бы ставит верующих у подножия креста Христова. Все становятся очевидцами страшного события – смерти Спасителя. Божественная литургия в этот день не совершается, а на службе часов в пятницу утром снова прочитываются Евангелия о его страстях. В середине дня совершается вечерня Великой Пятницы. Она называется еще «Вынос плащаницы» и посвящена погребению Спасителя. Перед началом выноса плащаницы в середине церкви устанавливается возвышение, украшенное цветами. Оно символизирует гроб, в который был положен Спаситель. В алтаре на престоле находится плащаница, большой обрамленный плат, на котором написан или вышит образ положенного во гроб Христа. Во время службы священник поднимает плащаницу над головой, обходит престол, выходит на середину церкви и помещает ее на гроб. На плащаницу обычно кладут Евангелие, а перед ней ставят кадильницу, постоянно воскуряющую фимиам. Перед плащаницей положено класть земные поклоны, прикладываться к ней. Вечером служится чин погребения плащаницы. Это богослужение имеет заупокойный характер. Верующие, подобно ученикам и друзьям Христа, идут хоронить Спасителя. Как на отпевании, все стоят в храме с зажженными свечами. Вначале читается часть псалтирий, которую обычно читают при отпевании усопших или на панихидах. Но дальше, в плаче о погребенном Христе, все сильнее звучит новая тема – ожидание воскресения, предчувствие Пасхи. Завершается все скорбным крестным ходом вокруг храма с плащаницей и со свечами. Всего несколько часов отделяет этот крестный ход от следующего, пасхального, совершаемого в воскресную полночь. Но как трудно прожить их в мире, где только что был похоронен сам Господь.